когда тебя выбрали? Думал, знал, нет, надеялся на что-то? Надеялся, конечно. Как бы Нью-Йорк, они со мной общались, мне не понравились. Город хороший, я за ними наблюдал очень много. Смотрел, как они выигрывали в плей-офф, как проигрывали. И как бы очень-очень рад. Как бы не описать словами. Это как бы приближаешься к своей мечте. Просто слов нету. Это дорогого стоит. Рейнджерс такая одна из самых, ну, команд с большим именем, с большой историей. Что ты знаешь об этой команде? Может быть, какие-то любимые российские игроки были в Рейнджерс или не российские игроки? Много фильмов смотрел, как бы сейчас все перечислять, ну, нету смысла. И как бы Нью-Йорк Рейнджерс название само говорит за себя. Там, как, когда я еще был там ребенком, смотрел, как играет Хенрик Лунквист. Как бы не могу поверить, то, что эта команда выбирает меня. Как бы завтра, может, проснусь уже, что-то переосмыслю, пойму. Был в Нью-Йорке уже? Да, вот 2 недели назад приезжал в гости к агенту и успел погулять, посмотреть на город, съездил, посмотрел, как выглядит арена, и все очень понравилось. А у тебя еще 1 год контракта с Трактором. Есть ли какая-то определенность, и после этого года контракта приедешь в НХЛ или... Уезжаю из России. Да, и как бы там ни деньги, ничего уже не остановит меня. Мечта в НХЛ свое взяла. Конечно, ты приближаешься к своей мечте, как бы, и, ну, мне 18 лет, скоро будет 19, и в 19 лет гнаться за деньгами, как бы, а не за карьерой, это, я думаю, будет очень глупо. На это лето какие планы? Я тренировался, сейчас поеду в лагерь, в этот новичков, development camp, и там дальше уже посмотрим.